Город, в котором хочется жить. В 80-летию города Конаково вышло в свет юбилейные подарочные здания. Итог активной работы последнего десятилетия, упорного труда людей, от которых зависит будущее и развитие Конаково. Все это воплотило в себе праздничный юбилейный выпуск книги. Иллюстрированное издание выпущено по инициативе главы города Конаково Валерия Максимова, городской администрации и Совета депутатов. Над книгой работали сотрудники медиагруппы «Телекон». Тщательно подбирался материал, разрабатывалась концепция издания, была выполнена большая исследовательская работа. Особое внимание уделено высокотехнологичности и современной интерпретации издания. Была использована офсетная печать, относительно недорогая, но обеспечивающая наиболее высокое качество для воспроизведения фотографий и репродукции картин. Юбилейная книга в количестве 500 экземпляров уже увидела свет. 23 июня состоялась торжественная презентация иллюстрированного издания, которая прошла в здании Дворца культуры имени Воров на официальном приеме главы города Конаково. В числе первых обладателей уникальной книги – почетные граждане, выдающиеся личности и представители городских организаций. Юбилейное издание выпускалось не для продажи, однако ознакомиться с его содержанием можно будет во всех библиотеках города. Купить нельзя. Это, конечно, так как это бюджет заказывал эту книгу, мы не продаем эту книгу. Эта книга будет в библиотеках. Пожалуйста, приходите все жители, посмотрите, о чем эта книга. Это книга о нашем городе, о том, какая у нас замечательная природа, о том, какие замечательные у нас люди, о том, какой красивый наш город. Мы предлагаем всем жить в нашем городе, приезжать к нам, отдыхать, работать. И вот в этом году были выпускники, у нас 23 золотых медалиста. И всем ребятам, которых мы награждали на сцене, мы говорили, что учитесь хорошо и возвращайтесь в наш город. Потому что лучше нашего города нет нигде. Это наша малая родина, мы стараемся ее беречь, стараемся любить и хотим, чтобы все вместе с нами участвовали в благоустройстве, украшении и жизни в этом городе. На странице книги можно проследить хронологию ключевых и ярких моментов последнего десятилетия, быстрому развитию города Конаково при бережном отношении к его природе и заповедным местам. По каждому представленному в выпуске материалу можно сделать вывод, что здесь живут и работают люди, которым не безразлично будущее наших детей, как не безразлично наше героическое прошлое. Каждый год представители местной власти совместно с Советом депутатов чтят памятные даты нашей страны. Издание включило в себя уникальные иллюстрации, публикуемые впервые материалы, почерпнутые из многочисленных событий. В нашем городе закреплены замечательные традиции. Каждый год мы выбираем мисс Конаково и мини-мисс Конаково. У нас трудится не только на благо развития и благоустройства города. Конаково богат на талантливых людей. Артисты, танцоры, певцы, циркачи, работники культуры, художники, поэты и писатели. Разнообразие и насыщенность городской жизни, достижения и успехи, которых было бы не достичь без упорного труда многих поколений. И богатейший опыт будет служить бесценным наследием. Подрастут новые герои этих книг. Будет еще больше бессмертного полка. Еще лучше будут наши выпускники, еще больше участников малышковых войск будет, ветераны, спортсмены и все остальное будет в городе у нас еще лучше.